Итак, сейчас вторник, 4 июня, и мы сейчас едем в город Питтсбург покататься на байках. Именно по центру города и там поездить туда-сюда по всяким достопримечательностям. Вот мы загрузили байки в наш трак, отцепились, чтобы не тащить за собой эту бандурину. Выложили генератор, чтобы было легче, чтобы влезли велики. Туда ехать примерно 35 минут. Так что встретимся уже в Питтсбурге. Да, вот он, Питтсбург. Итак, мы уже в Питтсбурге. Вот рядом с каким домом мы припарковались. Заброшенное все, просто уничтоженное временем, и походу здесь пожар даже был какой-то. Все окна забиты досками. Вот, а это вот школа. У школы есть какая-то бейсбольная площадка. Но место, конечно, стрёмное, я сразу скажу. Мы немножко опасаемся. Но сейчас мы поедем в даунтаун, посмотрим, там должно быть все получше. Вот, и там какая-то заброшка тоже, он стоит без окон, без дверей. Тоже что-то в ужасном состоянии. Вот так вот нас нерадужно встречает Питтсбург пока что. Газоны не кошеные, все брошено, никому не нужно. Сейчас поедем, покатаемся, посмотрим, что дальше происходит. Может, что-нибудь интересное найдем. Съезд моста какой-то вот велосипедный. Я такой первый раз в жизни вижу. Вот мы приехали на набережную в самом центре, ну почти возле самого центра Питтсбурга. Здесь три реки и куча мостов. Я слышал, что в районе 50 мостов, вот в районе Питтсбурга. Это огромное количество. Тут есть трейл, на великах можно кататься вдоль реки. Вот это весь сам даунтаун. Это вот фонтан, на который мы хотим съездить. Но нам нужно будет проехать через мост. Это вот огромная вывеска Iron City, потому что здесь огромное количество сталелитейных заводов. Ну, точно было, но может быть что-то и сейчас осталось. Да, здесь, короче, производят сталь самую лучшую в Америке для подводных лодок. Их отправляют, вот эту сталь, которую производят здесь, отправляют в Нью-Лондон, Коннектикут, где тоже есть подводных лодок производства. И отсюда вот туда отправляют их тоже, вот эту сталь, которая здесь производится. Здесь вот жил и работал Карнеги, это шотландский миллиардер, который контролировал вот все сталелитейные здесь фабрики. Был монополистом. Здесь огромное количество его этих музеев, всяких центров, арт-центров, сайенс-центров. И вот стадион, как он, Steelers и Panthers. Это американский футбол, я в нем не разбираюсь. Ну, вот, короче, это огромный стадион здесь. Здесь играют эти команды. Так что сейчас проедем по дорожке, посмотрим, что там.
Так, вот мы подъезжаем к фонтану. Вот он, центральный фонтан. Тут на лужайках, на гитарах люди играют. Сейчас здесь фестиваль, день 10 дней будет идти, а дороги перекрыты вот эти для пешеходов. И по правую сторону здесь люди представляют свои работы. Вот она, типа ярмарка, фестиваль. С обратной стороны моста. Вот так люди ходят, смотрят, высматривают. Вот город просто как на ладони. Я не знаю, как камера передаст это. Но просто завораживает. Но архитектура очень нравится. Этот город нарисован мелом на стене. Ну вот мы вернулись в Альма-Матер, вон стадион, откуда мы и стартовали. Едем на фуникулёре вверх, $5 to waste, вот в две стороны. Вон внизу вагончики и там. Так, мы уже почти приехали. Вот какой вид отсюда. Бомбезный. А вон фонтан, где мы были. Фонтанчик. Так, вот выход. По коням. Итак, мы добрались на эту гору вот на этом трамвайчике, в уникулёре. И отсюда виден сумасшедший просто видно гору. Так что мы на вершине горы. Отсюда Питтсбург прям как на ладони нарисован. Просто смотрится отсюда шикарно. Сейчас мы возьмем байки еще здесь, наверху горы катаемся. Но вроде как сказали, здесь особо ловить нечего. Самое интересное здесь, это только вид. Вид на этот город. Вон этот стадион.
этих Steelers и Пантер. Вон эти бесконечные мосты через реку Огайо. И вон там Sound Downtown с этими небоскребами вперемешку с историческими зданиями. А вот мы заехали еще на другую смотровую площадку, тоже на этой горе. Здесь его церковь есть какая-то. Здесь есть Борис, который все время здесь. Смотри, дорога там. Да, там есть внизу дорога. И вот такой вот вид уже с другой стороны. Вид отсюда просто великолепный. Спускается вниз, это мы были только что на трене. Давай, давай. Легкая эта работа. Да. Из болота тянут бегемота. Да, тоже бывает, что вот надо это. Это мы здесь в этот самый инклайн, вот трем этот был в гору. И сейчас вагончик. И сейчас мы что делаем? Едем домой. Фу, устали, да, уставшие. Нас ждут великие дела. Но довольны. Итак, мы вот подъезжаем к нашей машине, которую мы оставили здесь. Слава богу, колеса не сняли. Борис переживал, что когда приедем, будет на кирпичах стоять. Так, вроде все в порядке. Окна не разбиты. Вроде все на месте. Итак, вкратце, что можно сказать по Питтсбургу? Шикарный город, очень интересный, очень красивый, хорошее здание, архитектура впечатляет, особенно вот то, что с прошлых лет как бы осталось. Понятно, что за даунтауном как бы люди живут попроще, есть такие злачные места, в которых лучше не появляться, особенно ночью. Но именно сам даунтаун очень шикарно, все чисто, опрятно, аккуратно. И я бы сказал, что на данный момент Питтсбург – это номер один город, который мы вот посетили за это время. Вот мы, грубо говоря, пятый штат посещаем. И пока Питтсбург на первом месте. На втором я бы сказал, что Баффало все-таки. Сегодня с великами у нас покончено. Завтра мы хотим именно поездить везде уже на машине, посетить некоторые музеи и походить пешочком. И, может быть, покатаемся на пароходики, тут который через речку такой ходит туда-сюда, там есть специальные туры, что если поедем, то вам покажем, что там происходит. Окей, до новых встреч, чао-чао.